Ну вот, что и требовалось доказать, что оно внутри все это бревно просто. Блин, плохо видно сейчас из-за дыма. Поджег я это все горелочкой. Проверить. И, короче, работает это, как эти продаются финские, шведские там свечки или что, полено это распиленное, пропиленное с отверстиями. С одной стороны поджег, ветер поддувает, и оно горит. Вот. И вот там внутри просто полости, где эти каналы этих муравьев, и вот это вот все было. Я просто, не знаю, секунд 5 подержал, оно все резко схватилось. И ветер вот сейчас поддувает, и внутри вот видно, огонь даже разгорается. Что все это бревно просто нафиг прогрызано. Ой, обалдеть. Ну ничего, посмотрим, сколько эта свечка тлеть будет, гореть. Да. Прикольно. Муравьи работают. Сам не знал, что не так все могут выжрать. Не затухло еще. Ну ладно.